Сотрудники полиции, Роспотребнадзора, медицинские работники и представители администрации Чебоксар объединились в мобильные группы. Ежедневно они проверяют, как горожане соблюдают режим самоизоляции. Сегодня в каждом районе города работает по одной мобильной группе. В Московском районе из-за высокой плотности населения их две. Каждая группа в день объезжает от 5 до 8 адресов. В очередной раз выезжаем для вручения нашим гражданам, которые должны соблюдать режим самоизоляции, постановлений главного санитарного врача Российской Федерации номер 7. В постановлении говорится о необходимой самоизоляции на 14 дней. Его мобильная группа вручает под личную подпись. Всего на самоизоляции сегодня находится 343 чебоксарца. Вы когда приехали? 27-го, да? Мобильные группы не только вручают постановления, но и контролируют их исполнение. Большая сложность в такой работе – то, что люди не проживают по месту прописки. В этом случае времени на установку фактического места проживания гражданина требуется гораздо больше. Житель должен находиться на самоизоляции 14 дней, то есть ни с кем не общаться, а находиться дома. Если же ему станет плохо, он станет самоизолироваться. Если же ему станет плохо, он должен позвонить, вызвать медиков, не приходя в больницу, и медики ему оказывают уже первую помощь. В надзорных ведомствах напоминают, что несоблюдение режима самоизоляции влечет за собой административную ответственность. Горожан просят проявить сознательность и не нарушать предписаний. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.